перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Йоу, чё, как вы? Кто с нами? Блин, вот только зашёл и сразу, короче, сообщения мне какие-то. Нет, не от вас. Сообщения в Телеграм, короче. Салют, я покурить к вам, короче, зашел. 100 лет не был в эфире. Вот вспомнил, что эфиры существуют. Брови мои говорят вам привет. Брови говорят привет. Бориска, здорово. Так. Я скоро приеду. Не скучайте, друзья мои. What's up, Нью-Йорк? Братан, главное, по трамвайным путям не гоняй. Когда второй альбом, меня спрашивают? Второй альбом в 2006 году. Привет, Лил Кейт. Привет, Димон. Панган. Как там в Пангане? Сяви, привет. Когда следующий батл? Хочешь сходить на батл? Да зачем тебе батлы, братан? Зачем тебе батлы? Оксимания с нами. Пишет, блин. Восемь, один, два, код Питера. И ты убитый или специально так разговариваешь? Как разговариваю? Я всегда так разговаривал. Всю жизнь такой голос. Или у вас любой низкий голос ассоциируется с тем, что человек убитый или что там у вас? Ты почему такой клёвый? Ты почему такой клёвый? На самом деле, я на 3 минуты зашёл покурить, увидеться со всеми.
пятюню отбить, короче. Куда ты ходил на маятник? На маятник ходил. Привет Артему Василяну. Ашхабаду передаю привет. Ага. Первый забаненный сегодня у нас. Первый забаненный долбоеб. Попался. Пиксельный, пиксельный. Таня говорит, дай поженимся. Не, что-то не хочу. Это в юбилейном был концерт всех фреш-рэперов. Братан. Вот это тебе повезло, бля. Чё ж ты мне не позвонил? На такой концерт меня не пригласил. Ебать. Как относишься к 6ix9ine? Да у меня вообще как бы параллельно. Мне 6ix9ine Текаши напоминает раннего DMX-а. Вот реально. Такой же у него вайб, как у DMX-а. Саня, привет, здорово. Самочувствие, да заебись, чё. Чувак, как пробиться в люди? Да я откуда знаю. Ты уже пробился в люди, когда родился. На Оникс? Нет, на Оникс не пойду. Какое интервью? Интервью, говорит, видел. Какое интервью? Не понимаю. Да нет, говорит, тут что-то между Ониксом попадает. Да какой Ониксом по подаче? Чё прикалываешься? Ты в курсе, что Мирон тебя разъебет? Бля, прикинь, он тебя разъебет. Или мы тебя, прикинь, вдвоем разъебем. 8-1-2. Так ты стиль музыки поменял? Да. Я теперь в джазе, кстати. Баку, салют. Восемь один два значит код Санкт-Петербурга. Кунцева, привет. Литва, привет, привет, дорогие. Не, я не игнорю, не все успеваю читать. Фейс жесткий, но хули, блядь. Все, ушел, обнял.